Привет всем! Ну что, готовы, разорители? Сегодня я вам расскажу баг, как 100% получить 100% бонус. Этот баг вы могли увидеть в моем прошлом видео, и сегодня я вам его рассказываю, и чтобы заработали все, давайте поимеем немного лим. Итак, что вам нужно сделать, чтобы получить 100% бонус? На фоне я, наверное, какую-то торговлю поставлю. Итак, я раньше думал, чтобы получить 100% бонус, нужно обязательно слить депозит. Нет, можно депозит не сливать. Итак, что мы делаем? Мы выводим со своего счета деньги, это первое, и оставляем на счету копейки или пару рублей. Но я эту штуку проделал на всех своих аккаунтах, везде получил 100% бонус, но я это сделал с копейками. Итак, выводим свои деньги и оставляем копейки. Копейки у вас появляются, кстати, тогда, когда вы делаете отмену. Кто не знал, откуда появляются копейки. Итак, когда вам деньги вывели, у вас на счету остаются копейки, вы заключаете сделку на эти копейки, и у вас появляется 100% бонус. Когда у вас на счету меньше 30 рублей, вы сможете заключить сделку на то, что у вас осталось. На 20 рублей, на 10 рублей, на 5 рублей и на копейки. Итак, смотрим мой первый пример. Это все видели в моем видео. Смотрите, у меня на счету остались копейки. Я деньги свои вывел, заключаю сделку и вуаля, появляется бонус. Смотрите следующее видео. У меня тоже на счету остаются копейки. Я заключаю сделку и появляется бонус. Вот так все просто. Так что давайте дружно все выводим денежки и берем бонус. Бонус действует от 2000 рублей. 100% бонус от 2000 рублей на любую сумму, от 2 и выше. Так что вот такая вот ситуация, ребята. Спешите, потому что скоро Олимп эту тему прикроет. Я думал о ней не рассказывать, но потом подумал, почему бы и нет. Пусть все люди воспользуются 100% бонусом. Что я вам еще хочу сказать? У Олимпа еще остались дыры в системе. И на этих дырах вы можете зарабатывать. Сейчас, понятное дело, это уже не так просто, как раньше. Раньше просто на этом Олимпе мутились все. Вот если бы мне мои знания в те времена, я бы, блин, разорил этот Олимп. Все помнят тему со 100% бонусами, как она действовала раньше. Раньше вообще была полнейшая халява, я об этом рассказывал в своем старом видео. Я на этой халяве, можно сказать, сделал свой стартовый капитал с нуля, когда у меня вообще не было денег, когда я со сломанной рукой был в общаге. Я сделал 4000 долларов с 10 тысяч рублей. Я эту историю уже рассказывал. Раньше, когда вы брали 100% бонус, вы берете 100% бонус, пополняйте, например, счет на 10 тысяч рублей, и вам еще дают 10 тысяч рублей. И тогда можно было ставить всю сумму целиком, то есть всю двадцатку. А что я делал? Я на одном аккаунте взял 100% бонус, еще на одном взял 100% бонус. Одну сделку заключаю вверх, одну вниз, и все. 100% проходимость, я в плюсе. И потом вывожу свои деньги. Бонус, понятное дело, сгорает. И не пишите, пожалуйста, что на Олимпе нельзя выводить деньги без торгового оборота. На Олимпе можно, только на Олимпе нет торгового оборота. Это просто халява, ей можно пользоваться. Бонусные деньги, понятное дело, вы вывести не можете, потому что, блин, Олимп бы тогда разорился. Но заработанные можете в любой момент. Взяли бонусы, в любой момент вы сможете вывести заработанные деньги и свои вложенные. Правда, тогда проходимость была не 100%. Знаете, что случилось в первый раз, когда я протестировал эту схему? Я взял на одном аккаунте бонус, еще на одном, заключая одну сделку вверх, одну вниз, думая, я в 100% плюсе. И знаете, что произошло? Меня закрывает на том аккаунте в один пункт и на другом аккаунте в один пункт. Я теряю все деньги. А сделка была на одном уровне, там разница, ну, миллисекунды. Я взял два ноута, я одновременно нажал вверх и вниз. Практически одновременно, то есть двумя руками. И ни хрена сделка не зашла. Ни та, ни другая. И вот тогда я подумал, все, жопа. У меня тогда оставалось денег на две попытки. И я пошел ва-банк. Первую попытку я просрал. И со следующей попытки я уже начал зарабатывать и вышел в плюс. Также все помнят халяву с нонфармом. Все на нонфарме зарабатывали. Потому что раньше на Олимпе отмена сделки была по времени. Не по цене, а по времени. Это вообще была халява. Вы заключаете одну сделку вверх, одну вниз, график резко выстреливает, цена, вернее, резко выстреливает, и потом вы отменяете ненужную сделку. Все! Сделка закрывается в плюс, и вы опять же в 100% плюсе. Об этом все говорили, все блогеры снимали об этом видео, Олимп эту фишку просек и, понятное дело, прикрыл. Ребята, но баги еще есть. Если вы немного подумаете, подключите мозги, вы будете выкачивать с Олимпа деньги. Потому что проще всего крикнуть «Лохотрон». Я не кричал. Я искал возможности. Если вы будете так относиться и думать, что везде лохотрон, так и будет. Да, вы сольете здесь деньги. Конечно же, вы сольете здесь деньги. Да все здесь сливают деньги. Все 100%, кто приходили на Олимп, все всегда сливали деньги. Я сам слил где-то 50, блин, депозитов. Без этого никак. Если вы думаете, что вы сюда придете, вложите 350 рублей и за неделю, за месяц станете миллионером, так не бывает.
Вы по-любому сольетесь, просто знайте это. Как говорил Стив Джобс, когда мне не хватало денег, я садился думать, а не бежал зарабатывать. Подключайте свою голову. Халявы нет, кнопки бабло нет, денег в карман вам никто не положит. Да, вам может повезти, кто-то вам даст деньги, но так продолжаться не будет. Не нойте, что у вас нету денег. Берите на себя ответственность, берите жизнь в свои руки и зарабатывайте. Сами ищите пути, не ждите, что кто-то вам поможет, что на вас деньги с неба упадут. Так не бывает. Вам нужно идти до конца, вам нужно упорство, усилия, знания, труд, вера, мечта. И идти до конца, и тогда вы добьетесь цели. Еще хочу сказать, что вы всегда будете сливать депозит. Всегда, если вы азартный человек, если вы жадный, вы всегда будете сливать депозит. Запомните это, просто запомните мои слова. Вы всегда будете сливать депозит, если вы новичок. Все новички сливают, я об этом уже говорил. Вы всегда будете сливать депозит, если у вас не будет money management. Если вы будете идти ва-банк, если вы будете ставить под 50% от депозита, под 30%, вы 100% сольетесь. Это просто вопрос времени. Рано или поздно вы сольетесь. Да, вы можете увеличить свой депозит там в 10 раз очень быстро, но также быстро вы сможете все потерять. Если у вас не будет лимитов на прибыль, если у вас не будет лимитов на убыток, вы будете сливать депозит. Если вы не умеете вовремя останавливаться, 100% слив. Рано или поздно вы сольетесь. Просто запомните это. Если вы сейчас сливаете депозит, значит вы на одном из этих этапов. Так что на этом я с вами буду прощаться. Не ищите отговорок. Ищите возможности. Берите всегда на себя 100% ответственность. Если вы всегда на себя будете брать 100% ответственность, вам будет проще в жизни. Вы не будете разочаровываться, вы не будете даже разочаровываться в людях, потому что вы будете знать, что в том, что происходит в жизни, виноваты только вы. Только вы виноваты в том, что так произошло. Только вы виноваты, что вы сейчас на своем месте. Только вы. Не вините никого, ни друзей, ни правительства, ни знакомых, ни родителей. Вы несете полную ответственность за свою жизнь. И только вам решать, как относиться к происходящему. Огромное спасибо всем за просмотр, за поддержку. Добавляйтесь в мою бесплатную группу по сигналам и обучению. Первая ссылка в описании, вторая ссылка в описании. Статистика моих сигналов. Подпишитесь на мой канал, также подпишитесь на канал по торговле. Третья ссылка в описании. Поставьте этому видео лайк. Всем удачи, пока!